Виртуальная реальность вполне может заменить вам обычную. Кто бы что ни говорил, а почувствовать себя в игре – это совершенно не то же самое, что наблюдать ее лишь на экране. Поэтому любое из произведений… Секунду. Передохнуть надо. Короче, сегодня мне приходится вести обзор прямо с передовой. Вы смотрите stopgame.ru, и это Farpoint. Но вообще, все началось довольно спокойно. Ученые исследовали какую-то огромную светящуюся дыру в небе, а я лишь должен был их забрать. Потом внезапно дырка начала светиться сильнее и засосала сперва станцию со всеми ее обитателями, а затем и мой корабль. И вот мы здесь. Бредем по пустыне, сканируем голограммы с выжившими и додумаем, наверное, половину из того, что там происходило. Зато у меня есть винтовка, но... пока не в кого стрелять, кроме как в воздух. Накаркал, блин, отовсюду теперь лезут паучки, как в звездном десанте. Ну, может, разве что не такие большие. Еще официально заявляют, что коллиматор сосет. В мелочи эту пока с помощью него прицелишься, твоим родственникам уже похоронка идти будет. Зато наводиться фонарем дуалшока удобно. Так что навскидочку нормально попадаешь. А вот мув не работает. Ё-моё, новый контроллер, только в бандле с игрой продающийся покупай. Который кроме фарпоинта ни для чего не заявлен. Да ну на! Зря я жаловался на отсутствие врагов. Вот они и прут повсюду. И главное, разные хэдкрабы, артиллерии, жирные твари. Зато знаете что? Я нашел дробовик. Наконец-то есть небольшой момент затишья. Что я увидел на текущий момент? Много жуков, довольно динамичные перестрелки и в целом одинаковые песочные локации. Но на них в пылу адской заварухи внимания сильно не обращаешь, так что... твою мать! Так, прошел экватор, то есть середину, и все кардинально поменялось. Кругом ночь, какие-то развалины, жуков заменили пришельцы и роботы, и бои теперь на больших расстояниях. Благо, снайперка в руках, но ей также неудобно целиться. Еще в ночи не видно нифига, и на дальних дистанциях зерно в VR совсем становится бросающимся в глаза. Хер пойми, куда стрелять. Почему вот Резидент был хорош в VR? Да потому что закрытые пространства были, и вдаль смотреть не приходилось. И все выглядело хорошо. О! Кажись, попал. Но это будет долго. Короче, внезапное включение с полей. Я стою за укрытием. Почему? Потому что они стреляют, и это больно. И из динамичных противостояния превратились в позиционные. Высовываешься, пару раз шмаляешь... ловишь дробь в глаз и садишься назад регенить. Жуками было веселей. Короче, это супертехнология пришельцев. Бластер со щитом. А теперь попробуйте что-нибудь сейчас разглядеть. Где прицел? Куда летят мои выстрелы? Все в свистелках и перделках вокруг. Искры в глаза, да еще и в ночи. И вот это конец. Я хоть чего-то достиг в итоге? Я, судя по сюжету, и не мог толком. Куда бы я улетел-то? Но это спойлер. Ладно, компания была ничего так. Ну, то есть, первую свою половину. Ух ты, можно пинать предметы. А еще тут есть кооп? VR-кооп! Это что-то редкое. Ах, вот только загрузки переждать надо. Может, клавиатуру пока попинать. Кстати, зачем люди в будущем раскладку поменяли? Так удобней, что ли? С товарищем будет проще. Ну что, ты готов? Погнали! A few moments later. Это было убого. По результатам моего знакомства могу сказать, что это определенно интересный опыт. Погружение в окружение просто феноменальное. Даже на DualShock прицеливание интуитивное. Это вам не в сит шмышку дрыгать.
Час поиграл, уже взмок как тварь. Сеанс Farpoint спокойно заменит вам кардио-тренировку. И та половина игры, что про жуков, динамичная и веселая. Но есть и много раздражающих факторов. Длинные загрузки. Необходимость нового контроллера для идеальной игры. Неудобный коллиматор. Зерно размером с кулак при прицеливании вдаль. Ну и бои со стреляющими инопланетянами как-то... Но все равно, эксперимент удачный и похвально Farpoint заслуживает. А мне осталось посмотреть только режим челленджей. Вот это просто жесть! На время, на множители и врагов тучи целый лес отовсюду, от духа! Но надо все на 3 медали пройти, чтобы платину выбить, так что стараемся изо всех сил! Стоп! Я что, только одну выбил? Я старался как черт, и этого недостаточно для максимального ранга даже на 1-м уровне? Чё за жесть? Видимо, платина Farpoint для меня недостижима. К черту этот виртуальный мир!